пакет документов о так называемом налоговом маневре в сырьевой отрасли обсуждали сегодня в Государственной Думе. Во втором чтении принят законопроект о введении налога на дополнительный доход при добыче нефти. Он прошел первое чтение еще весной. По мнению депутатов, предложенные меры позволят в том числе стабилизировать цены на бензин. Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая. Однако мы полагаем, что те решения, которые принимаются, когда акцизы с 1 июля не индексируются, не увеличиваются планово акцизы, которые должны были произойти, создает возможности не только для фиксации цены, но и создает возможности для снижения цены на бензин на внутреннем рынке. Кроме того, запланировано первое чтение законопроекта, который касается налога на добавленную стоимость и страховых взносов. Правительство предложило увеличить ставку по НДС с 18 до 20%, а также зафиксировать бессрочный период размера страховых взносов 22%. При этом все имеющиеся льготы планируется сохранить.